Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такой вот ножик от компании Ganza, модель G7452BKWS. Ganza Firebird. Давайте откроем. Скажем так, модель не новая, еще старого образца. У нас мешочек ганзовский, не Firebird. И вот такой нож. Ganza скопировала эту модель компании Heckler Koch. Модель ножа 14715. Нож на аксисе. Сталь 440C. Вес ножа 140 грамм, так как он не облегчен. В обухе нож в самом толстом месте 3 мм. Толщина рукоятки 13. Общая длина 21 сантиметр. Сведен 0,6-0,7 в сложенном состоянии. Длина 12 сантиметров. Значок Firebird G745, сталь 440C. Насечка на клинке, на плашках, на G10. Черная G10 здесь. Heckler Koch. Подпальцевая выемка сделана так под углом. Здесь вот так. Клипса. Кстати, клипсу можно переставить на другую сторону. Внутри у нас две шайбы. Одна идет терапластовая, вторая из цветного металла. Клинок по центру. Отличная механика, никаких люфтов нету. И еще здесь вот такой вот свисток. Давайте попробуем. Так, кто-то потеряется в лесу, можно свистнуть, может кто-то найдет. Примерная цена на Gearbest'е $17. Нож на двух бонках, ну, в принципе, до трех, да, три бонки, одна, вторая, вот такое вот темлячное отверстие, и еще одна здесь, под торксы, вот она у нас упорная, ну, и осевая бонка. И бонусом такой свисток. Всем спасибо за просмотр и пока.